Всем привет! Вы на канале Посуда Маэстро. Мы распечатали и рассматриваем набор ножей Маэстро MR1424. Многие ошибочно думают, что данный набор точно такой же, как 1421 либо 1422, и отличается только лишь составом ножей. Но это не совсем так, поскольку, несмотря на то, что дизайн лезвия и форма ручки ножа очень похожи на те, которые идут в наборе 1421, 1422, но ручка принципиально отличается тем, что она несколько другая на ощупь, более такая приятная, как бы, и изготовлена не чисто черного цвета, а под дерево. Соответственно, подобные ножи продаются еще поштучно в серии 1461, 62, 63, 64, 65. Состав набора, что в него входит. Нож для хлеба с волнистой кромкой. В торце подписано Bread Knife. Длина лезвия 20,5 см. Точилка 7,5 дюймов. Ну, нигде ничего не подписано, но понятно, что это точилка. Японский нож Сантоку. Длина лезвия 18 сантиметров. Тоже подпись в торце ножа. Такая же характерная ручка под дерево. Очень удобный. Прекрасно отбалансированный. Универсальный ножик с длиной лезвия 13 сантиметров. Да, кстати, на всех ножах, также на второй стороне, есть надпись о том, что это нержавеющая сталь, высококачественная. Маленький ножик для овощей. Паринг найф. И кухонные ножницы. Вот так вот выглядит данный набор в собранном состоянии в колоде. Давайте повертим его со всех сторон. Очень симпатично и стильно. Классные ножи, классная колода и вообще в целом обалденный просто наборчик.